Всем привет, добро пожаловать в новое видео. Повод, по которому мы с вами встречаемся так часто на этой неделе, это, конечно же, черная пятница и грандиозные скидки. Я решила разделить эти видео по тематикам, и мне так удобнее снимать, и вам интереснее смотреть. Каждый найдет что-то для себя. И сегодня я хотела бы осветить категорию бьюти, показать вам свой уход, какие-то свои фавориты, и также оставить свои рекомендации, что можно купить по более выгодным ценам, подарок себе любимой или кому-то. Так что сегодня будем разговаривать об уходе, о декоративной косметике и некоторых гаджетах. Поехали! За нами уже Всемирный день шопинга, и я, так сказать, согрешила. Вот знаете, есть куча баночек, которые я уже открыла, которыми как-то попользовалась, что-то там протестировала. Но есть те любимцы, которыми ты пользуешься, ты наслаждаешься состоянием своей кожи в этот период, ты настолько привыкаешь, что когда они заканчиваются, ты замечаешь ухудшение и так... Нужно их обновить, и ты уже не жалея тратишься на них вновь. У меня так произошло с брендом Medicate, к сожалению, мы не сотрудничаем, я ничего от них не получаю на обзор, но тем не менее, я люблю эти средства, и поэтому с радостью рекомендую и дальше. Я много раз упоминала их линейку с витамином С, это и сыворотка, и дневной крем с SPF 30. Начнем с сыворотки, за что она так сильно мне полюбилась. Во-первых, здесь не кислая форма витамина С, и это также стабильный витамин С. Если это аскорбиновая кислота, при регулярном использовании она может вызывать раздражение, покраснение, иногда даже высыпание. Это мягкая формула, мало того, здесь такая маслянистая основа, и сама по себе сыворотка дает мне необходимое питание, особенно в холодное время года. Но я пользовалась такими сыворотками даже весной и летом, и было чудесно. Нет никакого ощущения липкости, какой-то неприятной пленки. Когда сначала наносишь вот эту сыворотку, ты на старте получаешь уже и восстановление, и питание, и защиту. И тебе уже не хочется добавлять какой-то супер плотный жирный крем, который иногда скатывается, иногда ощущается, создается эффект парника. И для меня вот эта сыворотка — это... очень такое постепенное воздействие на кожу, скажем так, они бабахнут чем-то сразу там, знаете, да помощнее. Это вот при регулярном использовании дает тебе очень классный эффект на коже. У тебя нет каких-то неровностей, каких-то шелушений. Также она хорошо убирает легкие постакне, выравнивает оттенок кожи и просто выглядишь свежее. И еще один плюс, когда используешь вот эту сыворотку и крем, очень здорово ложится макияж, ничего не проваливается в поры, ничего никуда не скатывается. И даже в теплое время года, когда там загораешь, это также были супер средства, поэтому я проверила их в любое время года, и это моя настоящая любовь. А сыворотки, я уже сказала, есть еще и с 15%, она быстрее дает результат, если есть над чем работать. Но для такого поддержания того, что есть, это очень важно, чтобы не навредить. Для меня это просто безупречный вариант. Так как я проживаю в Польше, я покупала эти средства с 30% скидкой на польском Look Fantastic, но вам повезло даже больше, потому что в честь Черной пятницы на русскоязычном Look Fantastic проходят обалденные скидки на подарочные наборы, на какие-то отдельные средства. Мало того, я поделюсь с вами кодом, который дает дополнительную скидку на уже действующие акции. И в общей сложности они могут доходить даже до 70%, конкретно на Medicate, в общем, будет минус 35%. Поэтому, если вы хотели приобрести что-то, то заглядывайте в инфобокс, я оставлю там всю дополнительную информацию. Крем на день с SPF 30 тоже от Medicate с витамином С, имеет легкую взбитую текстуру, миллион раз о нем рассказывала, но это мой фаворит этого года, поэтому я имею право его нахваливать. Очень классный, легкий, хорошо увлажняет. Даже без сыворотки летом можно было без проблем пользоваться. Даже когда я куда-то ехала, я перекладывала небольшое количество, маленькую баночку, потому что я не хотела отказывать себе в удовольствии использования этого крема. Очень такой легкий, ненавязчивый аромат и тающая текстура. Очень сильно он мне полюбился. Это увлажнение, это антиоксиданты. И SPF 30, он не оставляет какого-то налета. Никакой белесости после него нет, поэтому третий раз добро пожаловать в мою косметичку. Помимо сыворотки и крема, которые я наношу
на лицо, шею и область декольте. Под глаза я использую отдельный крем, точнее даже продолжаю использовать, забегая наперед. Это мой фаворит этого года, вторая баночка марка E-Cooking. Он также будет сейчас по хорошим ценам. Здесь очень классный состав, натуральные компоненты иногда вызывают у меня аллергию, но не в этом случае. И несмотря на то, что по текстуре он скорее легкий, но он хорошо питает и смягчает кожу под глазами. Вечером наносишь, утром просыпаешься, нет припухлостей и ощущаешь, что у тебя очень здорово восстановлена кожа под глазами. И также под макияж. Я люблю такие универсальные средства. И то, что я точно отметила для себя при использовании таких толковых кремов под глаза, качество кожи явно улучшается. И она как будто уплотняется, но ничего там не нарастает. Это не какая-то существенная разница до и после. Но даже когда я не использую консилер, я все равно как-то довольно свежо выгляжу, и сейчас часто хожу без макияжа, и даже вы иногда спрашиваете, что я сделала. Ничего не делала ни в этом году, ни в прошлом году. Я просто, наверное, научилась подбирать правильные средства. Очень мне нравится этот крем без отдушки, только сейчас заметила, что для тех, у кого темные круги, сухость, мимические морщинки и припухлость. И, пожалуй, это тот редкий случай, когда я соглашусь с тем, что обещает нам производитель, я вижу это на себе. И довольно универсальная вещь, даже не по возрасту, а по проблеме. С утренним уходом, мне кажется, все более-менее понятно, и давайте фавориты года, я покажу все поэтапно. Умывалки нравились вот эти, вот такой демакияж, вот такие сыворотки на день, вот такие на вечер и так далее. Сейчас мы с вами плавно или довольно быстро перешли в вечер. Вечером для меня самое главное – это максимальное питание и также восстановление, работа над защитным барьером кожи. У меня закончился и крем от Dr. Jart, показывала вам в пустых баночках, и также зеленая Веледа, классическая. Очень универсальный крем для лица, для всего тела, я даже летом им пользовалась, но особенно в холодное время. Присмотритесь к ним, я думаю, что сейчас на Look Fantastic должны быть и наборы, и также можно по отдельности приобрести. Чем пользуюсь сейчас? Нашла в своих запасах вот такой крем от марки Cosrx. У них есть и хорошее умывание, и вообще нужно будет как-то больше приобрести Кореи. В общем, это крем с церамидами или керамидами, все произносят по-разному, но в начале состава здесь центелла азиатская, это очень хороший заживляющий компонент, и я делала на этот крем обзор, и тогда я обмолвилась, что он больше подходит для сухой и обезвоженной кожи, не знаю, как проявит себя на комбинированной и жирной. Очень многие девочки отписали, что для них это хороший базовый крем, и особенно для вечернего использования, поэтому тоже обратите внимание, у него такая бальзамообразная как бы консистенция, но он тоже хорошо тает под воздействием тепла кожи и распределяется. Утром просыпаешься, у тебя не сухарь на лице, а наоборот, вот не пленка, просто понимаешь, что у тебя хорошо поработал твой ночной уход, и нет такого, что спасите, помогите, намажьте что-то еще. Для меня это больше как бы вечерняя история, днем я не могу им пользоваться. Очень легкая душка, мне нравится оформление, слегка такое аптечное. И также не ощущается этот аромат как-то долго и не вызывает у меня аллергических реакций. Поэтому вот такой интересный крем, который, по-моему, у меня на канале никогда не появлялся. Помимо этого крема, сейчас как раз нанесу на руки, здесь довольно большой объем, и его также можно использовать на какие-то поврежденные участки, супер пересохшие. Я сейчас мажу на себя все, что мне попадается под руку, потому что у меня стала супер сухая кожа. Еще один такой прям универсальный восстанавливающий крем. Малыш, конечно, когда я заказывала уход от Medicaid, я думала, что он будет побольше, я даже не обратила на это внимания. Но скидки сделали свое, знаете, дальше было все как в тумане. Забросила в корзину, и цена на него была очень даже адекватная. В общем, это восстанавливающий крем, даже очень интенсивно восстанавливающий крем, вот так. Я поняла даже, почему его так мало, потому что он густой, и его не нужно наносить прям, знаете, такой маской на все лицо. Достаточно небольшого количества, и он шикарно работает. Как видите, вариантов есть масса и с разным составом, и по разной цене. Вы вправе выбирать то, что надо. Если вам было интересно, что я думаю по поводу этого крема, тоже показывала в Инстаграме, что приобрела его, использую неделю, и мне нравится. Я же забыла сказать чуть ли не о самом главном. Первое — это
скидки, а второе – это очень классный конкурс, который я сама организовываю для вас, подарков будет несколько, поэтому оставайтесь со мной до конца. Ну а мы с вами переходим к декоративной косметике. Несмотря на то, что я больше люблю уход, многие больше интересуют декоративка. В кои-то веки будет скидка на Наташу Денону, что крайне редко случается, поэтому начну с моих любимых теней. В этом году у меня произошла какая-то Наташа Денона мания, и, наверное, не стоило покупать все палетки, потому что в конечном итоге я пользуюсь несколькими из них, но зато я попробовала и могу сказать, что нравится мне. Если наши с вами вкусы совпадают, то вы тоже останетесь довольны. А те палетки, которые я сейчас представлю, все они по качеству отменные, они круто тушуются, у них очень красивые сложные оттенки. Это беспроблемные тени, они на мне не скатываются без базы, они очень красиво подчеркивают ваш пигмент глаз, они вот как-то делают нас красивее, без заморочек. У меня все. Первая такая универсальная маленькая палетка, она самая недорогая, и учитывая скидки, ее можно заказывать вообще не думая. Здесь есть как матовые, так и сатиновые оттенки. Я балдею от вот этого переходного цвета. Он не рыжий, не слишком холодный. И даже тогда, когда у меня просто накрашены ресницы, я иногда люблю ткнуть в него кистью, вот этот, да, и прорисовать складку века. Это как-то так обрамляет глаза. И вообще здесь самые необходимые оттенки для повседневного макияжа. Это может быть и бронзовый, и посветлее, и smoky eyes, и даже оливковый. И еще есть вот такой более нарядный, сияющий светлый оттенок. Я их использую максимально часто, и очень удобно, что это такой небольшой формат. Следующая палетка уже цветная, можно сказать, да, потому что здесь есть и розовые, и бронзовые, и розовое золото, еще и фиолетовый оттенок. За эти тени я получаю больше всего комплиментов как в реальной жизни, ну, потому что все знают, что я занимаюсь макияжем, да, и иногда там знакомые девчонки: «А чем ты накрашена? Чем ты накрашена?» И вы тоже постоянно спрашиваете в Инстаграме: «Оля, что за тени?» Очень красивый матовый, холодный розовый оттенок, остальные сияющие. Я их наношу пальцем, вот этот фиолетовый часто просто, знаете, такой маленькой кисточкой вдоль линии ресниц. Красиво выделяет голубые глаза на карих, очень здорово. И у меня зеленоватые, такие зелено-серые, мне они очень хорошо подходят, это мое скромное мнение. Но меня никто не переубедит в обратном. Это одна из тех палеток пятерок, вот таких полноразмерных, которые я однозначно рекомендую к покупке, если вам нравятся такие цвета, конечно же. Это палетка номер 2. И последняя палеточка побольше. Здесь у нас больше разнообразия оттенков. И это палетка Glam. К сожалению, она так быстро залапывается, что несмотря на то, что я ее протирала перед видео, она снова вот в таком неприглядном виде. Но это никак не влияет на содержимое. Наташа Денона в этот раз победила всех, потому что наконец-то на рынке появилась по-настоящему универсальная нейтральная палетка. Здесь нет ни явно рыжих, аж таких оранжевых. Здесь нет каких-то розоватых, красноватых теней. Эти тени подойдут всем. Не только тем, кто любит, например, холодные макияжи, да, прям сероватые. Здесь есть и теплые оттенки. То есть вы выбираете те цвета, которые вы хотите видеть на своих веках. И это та палетка, которая всегда сделает вам красивый макияж. Не тогда, когда вы креативите, а когда хочется как-то себя преобразить, когда ты куда-то собираешься и хочешь выглядеть красиво, да. Это та палетка, с которой все получится. Тени очень мягкие, они не осыпаются. И вы знаете, когда я начинаю ими краситься, то так думаю: чуть-чуть. Потом смотрю, у меня снова темные smoky eyes, но это выглядит очень стильно. Здесь классные матовые оттенки, не черного, но для меня это не проблема. Я очень редко использую прям ядрёно-черные тени в своем макияже. И у меня даже с этими тенями получается такой прям вечерний макияж. Здесь есть и сатиновые, и матовые оттенки, и два шиммера. И вот, казалось бы, да, моим самым часто используемым должен был быть такой слегка даже розоватый, но это не розовый прям яркий, как у Худы, например, да, а наоборот, он такой вот очень элегантный, очень такой сдержанный и не смотрится инородно на лице. Это все природные оттенки, которые подчеркивают нашу внешность. Мне нравится вот этот темный сияющий, он такой
необычной на глазах, и когда уже сделаешь форму, там закончишь растушевку, набираешь на палец, а именно таким образом я наношу эти тени, раз-раз-раз, и происходит какая-то магия. Постараюсь отыскать в своем телефоне макияж, который я делала при помощи этого оттенка и других базовых из вот этой палитры, и вставить его в видео. Мне очень нравится, как это смотрится на веках, и далеко не фанат именно холодных оттенков, но тут как-то вообще все сложилось прекрасно. И супер модный бронзовый, немного состаренное золото. Посмотрите, как это пигментировано, и на глазах это выглядит настолько же ярко. Очень классные тени. Вот эти три палетки у меня чаще всего в ходу, остальное все вариации на тему. На Наташе Диноне, конечно, свет клином не сошелся. На рынке сейчас огромное количество качественных теней. И у меня есть, вот, например, две палетки от Lime Crime. Одну я показывала вам в прошлом году, а вот это еще тоже ни разу не появлялось в видео. Сегодня я накрашена этими тенями еще спарклами, такими жидкими тенями от Stila. Сейчас тоже о них вспомню. В общем, если вам нравятся более яркие оттенки, если вы хотите чего-то для разнообразия своей базовой коллекции, то посмотрите, что есть у Lime Crime. На них сейчас тоже очень хорошая скидка, поэтому можете смело брать, у них классная пигментация, у них хорошая насыщенность оттенков, и я сегодня накрашена этими тенями. Для меня это довольно ярко, для меня это такой бургунди макияж, камера еще съедает где-то 2 тона, то есть для меня это супер вечерний вариант, я как бы днем так не хожу. Но вот оттенок, который меня привлек в этой палетке, именно поэтому она оказалась в моей коллекции. Ну, помимо таких базовых, да, сегодня использовала этот, немножечко бургунди, и вот этот, он такой бежево-лиловый, и в нем золотистые блесточки. Когда наносишь на влажное веко, например, на еще не застывшую базу, то получается бубум, такой интересный дневной смоки, но с таким классным золотистым переливом. И тени от Lime Crime очень классно тушуются тоже. У них есть большие палетки XL, или XXL они называются, с большой вариативностью оттенков, и там вы уже можете и покреативить, и что-то на каждый день придумать, поэтому каждый, опять же, выбирает то, что ему нужно. А качество теней у Lime Crime, конечно, чудесное. То, что у меня так красиво сверкает на глазах, это то, что я показывала в прошлом году, и то, что я никак не могу выловить. Я хотела бы приобрести себе набор миниатюр вот таких глиттера, жидких теней от марки Stila. У меня это один из самых популярных оттенков. Называется он Kitten Karma. Это такое розовое золото с золотистыми и серебристыми блесточками. У меня уже ушла большая часть, я вижу, ну не дно, но по стенкам уже очень-очень не густо. И при том, что я заказывала в прошлом году, еще эти тени не засохли. Очень просто наносится на веки. Даже если вы не умеете краситься, то раз-раз-раз наклепала пальцем, и праздник к нам приходит. Это очень нарядно, это очень красиво, это божественно красиво, конечно, между прочим, стойко, ничего не осыпается под глаза, и также хорошо смывается, не нужно как-то там оттирать, травмировать веки, и когда красишься этими тенями, то происходит настоящий праздник на глазах, и я уверена, что собеседник не сможет оторвать от вас взгляда, потому что это очень необычно, и немногие производители могут похвастаться вот такой текстурой, при этом стойкой, при этом, чтобы оттенки играли, да, то есть чтобы это не были просто блестки, а чтобы это было как-то вот с изюминкой. Да, это изюминка в макияже. Румяна, которые я обделяю вниманием, не знаю почему, у меня есть такое, знаете, когда пользуешься чем-то, потом забываешь показать, я не знаю. Это марка Байтери, румяна и пудра, 2 в 1, можно использовать вообще по-разному. Я заказывала это где-то под конец карантина, и это был такой кайф, это было так красиво, это так освежало лицо. И это у меня оттенок номер 3, их там есть масса, я как-то помню, выбирала в стационарном магазине и не могла определиться. И потом даже по отзывам выбрала вот такой персиково-золотистый. По периметру у нас находится сатиновая пудра, которая красиво подсвечивает. Я прям смешиваю и обильно так наношу, я люблю много румян, тут это тоже не секрет. Короче, наношу вот на эту часть и прям так вытягиваю, это дает хороший лифтинг-эффект, визуальный, понятное дело. Так вот, это сатиновая пудрочка. Даже тогда, когда я не была загорела, это хорошо смотрелось. И посерединке такой спелый персик, но не яркий, это именно с золотинкой.
И это тоже похоже на румяна от Tom Ford. Помните, у меня были такие любимые? Можно просто в центр ткнуть, наконец-то я это сказала, это сложное сочетание слов, кисточкой и нанести вот прям на яблочко сюда румяна, тоже в собиралке как-то вам показывала, или смешать и на периферию лица, так как сказала. Очень классная пудра, и она визуально как бы подшлифовывает кожу, сглаживает какие-то неровности, несмотря на то, что это подсвечивающая пудра. Вот есть такие сейчас новые современные текстуры, которые и дают нам чуть больше покрытия, и подсвечивают, при этом не выделяют расширенные поры или какие-то неровности на коже. Если помните, я как-то приобретала большую двойку от Наташи Диноны, и я не просто не поняла, я прям раскритиковала, разнесла в пух и прах. Это очень некрасиво, я очень расстроилась и избавилась от той большой палетки дорогой. Эта миниатюра попалась мне в адвент-календаре Look Fantastic этого года. Я увидела, думаю, ну ладно, дам второй шанс. Это совершенно другие оттенки. И я еще думала, насколько вообще применимы вот такие яркие румяна. Они, кстати, в жизни ярче, чем вы их видите. Тоже напишу, что это за палетка в инфобоксе. И вы знаете, на лице это очень красиво. Это не поросячий цвет, это свежесть в упаковке. Я наношу по-разному. Отдельно румяна, отдельно хайлайтер. Хайлайтер очень дневной, он не термоядерный, он вот именно как-то подсвечивает области, но не за счет сияния, чтобы марсиане увидели, а именно, чтобы, знаете, расставить нужные световые акценты на лице. Что-то там сделать впалым, что-то, наоборот, более выделяющимся. И иногда я беру кисть и прям вот так вот все смешиваю и наношу, опять же, как я люблю, чуть ли не по всему лицу, но на щеки, для того, чтобы выглядеть более свежо и более такой отдохнувшей. Очень классные оттенки, не ожидала. Но передаю вам, что вот такая небольшая миниатюрка, ее хватит надолго, и лучше приобрести ее, чем то, что я купила в прошлом году или в начале этого года. Из того, что я решила обновить, но это уже было необходимо, щетка для волос, расческа для волос, выглядит, мягко говоря, непрезентабельно, она вся потертая, подертая. Это марка Wet Brush, и эту расческу можно использовать не только на сухих волосах, но и на влажных. Она чудесным образом не вырывает мне волосы, она очень бережно их как-то распутывает, даже можно сказать, приглаживает, не электризуются волосы. И я ее покупала давным-давно, и она настолько мне нравится. Я сначала не могла к ней привыкнуть, потому что мне казалось, что лучше Tangle Teaser'а ничего нет. Мой муж до сих пор так считает. Но, в общем, каждому свое. Мне же очень нравится эта щетка. И действительно, когда расчесываешь влажные волосы, то она справляется лучше всего. А я не могу этого не сделать, потому что иначе у меня на голове дурдом. И на Look Fantastic я нашла вот такую лимитированную коллекцию. Это тоже Wet Brush, и она настолько красивая. Вы сейчас меня поймете. Вы бы тоже не отказали себе в такой роскоши. Ну, как бы сравните сами, да? До и после. Старая версия и новая версия. Но этим же даже приятнее пользоваться. У меня еще есть маленькая такая Wet Brush с ананасами. Такого цвета или сиреневая. Я всегда вожу ее в поездке. Я переключилась на этот бренд, и у меня сейчас не секутся волосы. Мне не мешало бы посетить парикмахера, но я никак не могу попасть к своему мастеру, а волосы уже никак вообще не укладываются, поэтому я чаще всего хожу с хвостом. Простите те, кого это раздражает, но я ничего не могу с этим сделать. Придется потерпеть, пока я снова не вернусь к своей стрижке. Каждый день я хожу или с хвостом, или внизу хвост, или шишка на голове. В общем, расческа обалденная. Это моя находка. Я ей несколько лет верна. Только посмотрите, как это красиво. Она переливается. Она на самом деле прозрачная. И здесь прям утоплено миллион блесточек розовых и золотистых. И градиент, как видите. Но это же красотень. Оправдала себя, короче. Помните, я говорила, что мое мега открытие этого года — это сыворотка от марки Aurelia. Я увидела их набор для дневного использования. Здесь вот для каждого шага есть средство. Очень красивое оформление, и даже если бы я не знала эту марку, которая родом из Британии, у них действенные пробиотики, да, это уход на основе пробиотиков. А для тех, у кого сухая кожа, обезвоженная, с нарушенным защитным барьером, для проблемной кожи, если есть какой-то дисбаланс в плохих и хороших бактериях, пробиотики помогают нам все там организовать.
В общем, их универсальная сыворотка – это нечто. У меня две уже израсходованы за этот год. Я не знаю, у меня сыворотки довольно быстро уходят, и я еще не открывала наборчик. Здесь очищающие средства, на него видела мега хорошие отзывы. Еще и со специальным полотенцем. Вообще весь этот ритуал очищения кожи при помощи бальзамов или чего-то другого именно в Великобритании часто выглядит таким образом, да, что используешь средства и вот эти всякие там полотенчики, тряпочки и так далее. Сыворотка для сияния кожи и мультиувлажняющий крем для дневного использования. Просто заказала на будущее, будет ждать меня этот наборчик. Очень классное оформление, очень приятно было бы получить такой подарок. Как будто немножко крафтовый, как будто немножко такой натуральненький, но все стильно, очень красиво. И там столько всяких вариантов на Look Fantastic. Я взяла то, что как бы проверено, но плюс еще и попробую новые средства. Я тут увидела, что по промокоду, который мне предоставили Look Fantastic, будет эксклюзивная скидка на кисти от Zoeva. Мне очень нравятся их кисти для тона, для бронзера, такая универсальная, она идет как бы для румян. Напишу вам номерок и обязательно найду ссылку. Вообще у них есть там и подарочные такие мини-наборчики, и какие-то отдельные кисточки. Помимо двух, которые я назвала, есть еще три моих любимых кисти от Zoeva, которые всегда пригодятся в хозяйстве. Первая, самая старая, господи, ей, наверное, лет 6, из такого розового набора, но сама по себе кисть, извините, она чумазая, я не была готова к тому, что я буду показывать эти кисти. Это кисточка в номере 227, ею можно и прокрасить нижнее веко, и складку века, и можно нанести что-то из основных теней. Короче, это та кисть, которой можно выполнить весь макияж, я обожаю вот такие формы. Также кисточка, которая практически каждый день, если вот я крашу глаза, да, я всегда выискиваю именно такую форму, это 228. Она не очень острая, такая пушистая, у меня большие веки, поэтому мне удобно. Поставила туда-сюда, и сразу складка века готова. Обожаю. И еще одна, здесь у меня просто повторение, те же, которые я назвала, 227 и 228. И последняя, которой также много лет, это кисточка в номере 317. Их многие хвалят, визажисты и любители макияжа. Это скошенная кисть, она остренькая, она, в смысле остренькая, ну вот так срезанная, да, остро. Но она не колючая, она не растопыривается, она не распушивается, она не меняет свою форму. Ее я использую для оформления бровей, для прорисовывания стрелок, например, если вы используете гелевую подводку. Но я чаще всего прибегаю к использованию помады для бровей или же теней. Это супер вещь и тоже на века. Покажу вам один прибор, который мы вместе с вами распаковывали, и тогда я не знала, что это и с чем это едят. Если у вас есть противопоказания, если вы знаете там свои какие-то особенности, то, пожалуйста, прочитайте инструкцию и уточните, можно ли вам чем-то таким пользоваться. Тоже касается приборов от New Face, я уже не стану их упоминать, но это очень классные вещи для домашнего ухода, особенно если у вас вблизи нет хорошего косметолога, если вы хотите сделать лифтинг, если вы хотите поработать над качеством овала вашего лица. То есть можно ездить куда-то на мануальные массажи, на радиотерапию, еще что-то там. Но это не всегда возможно, это также дорого, и это занимает кучу времени. Я сейчас себя балую и выполняю некоторые процедуры у косметолога, но по большей части в 90% я ухаживаю, нет, наверное, в 95% я ухаживаю сама за собой. В руках у меня прибор от марки Tripology. Если помните, я рассказывала о BRF-лифтинге у косметолога, который я сейчас прохожу. Это не то же самое. Здесь не то чтобы слабая мощность, это безопасная мощность, которая не сварит белок в вашей коже, не вызовет необратимые процессы, а наоборот поможет выработаться естественному коллагену и эластину. И благодаря этому как раз наступает эффект омоложения, но это не то же самое, что вы видите у звезд в Инстаграме. Это вред, то, что они делают, то есть до и после, лицо натянули за уши, но потом наступит такое провисание, что вот не знаю, что они будут делать потом. Это для домашнего использования, в наборе продается еще и гель, сейчас на него очень хорошая скидка, поэтому решила вспомнить о нем. Вы сами выставляете себе мощность, и это прибор, который подогревает кожу. Опять же, прочтите
противопоказания очень сильно вас прошу, потому что такие процедуры не для каждого. Но, наверное, для большинства, у кого есть именно показания, чтобы укрепить овал лица, чтобы сделать легкий лифтинг и для профилактики. Антивозрастное действие, конечно же, здесь в первую очередь происходит. В общем, вы наносите гель и потом легкими движениями, только не тянем вниз, а наоборот, проходимся по массажным линиям, и не должно очень сильно печь, то есть это должно быть очень легкое тепло. Я буду пользоваться этим прибором после курса процедур своего косметолога. Есть много противоречивых отзывов, поэтому я у врача, даже не просто косметолога, а мой косметолог-врач, я интересовалась, мне она также присылала дополнительные материалы, мы много разговаривали, она отвечала на мои вопросы, человек, которому я доверяю. Вот, и я считаю, что это процедура классная, но к ней нужно подходить со всей ответственностью и с умом. У нас недавно произошло такое маленькое новоселье. Мы, конечно, не праздновали, но это то помещение, которое мы будем обживать, можно сказать. Это то помещение, в котором муж проводит много времени. Это наш новый офис. Я купила ему несколько подарков, он очень обрадовался. Это диффузор. Только посмотрите, насколько это красиво. Это идеальный такой необязывающий подарок коллеге по работе. Свекрови, когда ты первый раз идешь знакомиться с родителями, тоже не знаешь, что купить. Может, кто-то сладкое, соленое не ест. Это такая приятная отдушка, даже в упаковке ощущается. И гляньте, как мелочи приятно, да, палочки перевязаны. И куда ты не поставишь такой диффузор, это будет выглядеть очень стильно, элегантно. И упаковка — это нечто. Я очень ценю такие детали. Даже не стану запаковывать, сразу пойду отдам Томику. И второе, это свеча от бренда Espa. У них очень хороший уход, который тоже основывается на эфирных маслах, на натуральных компонентах. И сейчас, как назло, я смогла открыть свеча, которая должна настраивать на позитивный лад. Это, кстати, соевая свеча, опять же, не обязывающий ни к чему подарок, да, вот очень все лаконично, как я люблю, и универсальный белый цвет, который подойдет каждому интерьеру. Написано, что здесь присутствует жасмин, но жасмин часто вызывает головную боль. У меня, допустим, вообще вот нет каких-то ассоциаций с жасмином, хотя в холодное время года, наоборот, люблю жасмин. Чуть-чуть как будто апельсина, бергамот, гордения. И что тут еще есть? Герань. Окей. Не знаю, как пахнет герань, но смесь очень приятная. Не пахнет чем-то конкретным. Ничего не выбивается, прям такой хороший бленд. И самое интересное, это подарки для вас, моих любимых зрителей. Я постараюсь в следующем месяце как можно чаще организовывать какие-то классные конкурсы. Так вот, первый подарок, и победителей будет трое. Первый подарок — это любая палетка Наташи Диноны из пятерок. Если вам прям сильно запала в душу универсально вот эта прохладная палетка Glam, одна из самых последних от этой марки, я думаю, что мы с вами договоримся, я закажу ее и отправлю в любую точку мира. Вы сами выбираете цветовую гамму. Я не стала покупать мою любимую, потому что, возможно, у вас есть ваша идеальная базовая палетка, и вы хотите что-то поярче. Поэтому я оставляю выбор за вами. Второй подарок из категории подарочных наборов. На Look Fantastic огромное количество и маленьких, и больших, и подешевле, и подороже. Это то, что я очень люблю. Секундочку. Ну, как бы вот. Этот тоник я заказывала давно и до сих пор им пользуюсь, и много раз показывала его. Это универсальный тоник с АХА-кислотами. Очень нежный, он не разъест вашу кожу, он не заставит отпадать ее пластами. Это средство, которое бережно относится к коже. В принципе, все то же самое можно сказать о других средствах марки Ren. Я сейчас аккуратненько постараюсь приоткрыть вот такой красивый зимний наборчик. 100 мл такого же тоника, как у меня. Вот так хватит на весь холодный сезон, еще и останется. Маска с гликолиевой кислотой и молочной кислотой. Самая необычная и отшелушивающая, и смягчающая маска. Опять же, универсальная. И дневной крем с витамином С. И я надеюсь, что вы оцените мой выбор. И это еще не все. И третий подарок — это лимитированная коробочка, которая уже наверняка распродана, которая была выпущена Look Fantastic. У них есть свой коробочный сервис, его можно оформить на определенное время. Тоже оставлю вам ссылку внизу. И это коробочка в честь Черной пятницы. Давайте я все-таки покажу, что здесь. Наполнение, конечно, чудесное. Я не стану вскрывать.
Пусть это сделает победитель. Условия самые простые, напишу все в инфобоксе. Первое – это сыворотка с коллагеном и витамином С от бренда Dennis Gross, отшелушивание от люксового бренда Dr. Jart, Lime Crime – блеск для губ, Nuxe, Mio, Aiko, патчи под глаза, увлажняющий крем под глаза, целая палетка от Makeup Revolution Pro, в Польше очень хвалят эти тени, средства для волос от Living Proof и универсальный мега-восстанавливающий крем от First Aid Beauty. У меня тоже где-то есть миниатюра. Отрываю от сердца и думаю, что это малость того, что я могу сделать для вас. Хочется как-то вас отблагодарить не только качественным контентом, но и также порадовать вас какими-то мелочами. На этом мы с вами прощаемся. Всех целую и обнимаю. Удачи в конкурсе. Я надеюсь, что она улыбнется именно вам. Хорошего вам настроения. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.